Всем привет! Сегодня расскажу немного про кальций-смесь для улиток, из чего я готовлю. Улитки охотильные очень большие, у них большая ракушка, и в искусственной среде обитания им нехватка, у них нехватка кальция, и они могут сами себе съедать ракушку. И поэтому нужно обязательно посыпать овощи, фрукты посыпать нельзя. Кальций-смесью посыпать овощи, зелень. Сейчас я покажу, из чего я готовлю. Так. Это мел кормовой. Покупаю это в магазинах для сельскохозяйственных животных. Такой вот пакетик. Обычный мел, он сразу перемолотый. Очень удобно. Так, ракушка морская, кормовая. Не соленая. Вот так вот она выглядит. Ее я буду перемалывать. Так. Это у меня остатки сепии. Я кладу улиткам в контейнер сепию. Когда она вот становится вот такая непонятная, я ее убираю. Мою, подсушиваю и откладываю. Потом, когда у меня кальций-смесь заканчивается, я ее туда добавляю. Так. И яичная скорлупа. Обязательно от сырых яиц помыть просто водой и хорошенько просушить. Еще мне понадобится... кофемолка. Кофемолка у меня небольшая, она специально для улиток. У меня 4 улитки. Вперед их было больше, но я всех отдала. Также весы и пакетик. Ну, собственно, еще вот у меня такая вот баночка. Туда я все буду засыпать. Уже пустая, потому что все закончилось. Ну вот, сейчас буду перемалывать. Я начинаю всегда с скорлупы. Сейчас буду ее перемалывать. И складывать в пакетик. У меня перемалывается до такого состояния. Это вполне приятно. Так, ну и так я перемалю весь пакет. Так, с яичной скорлупой я закончила. У меня получилось 305 грамм. И уже потом я буду добавлять ракушечник и мел немножко поменьше. Сепии сколько есть. А ракушечник и мел уже буду взвешивать. Тоже добавляю сюда в пакет. Сейчас буду сепию. Я ломаю, если он ломается.
Я тоже пускаю стаканчик. Насыпаю. Так, ну и следующее это ракушечник. Ракушечник я буду взвешивать. Так, ну примерно где-то 100-120 грамм буду его добавлять, потому что у меня как-то улитки, когда его очень много, не очень любят смесь есть. Так, получается у меня чуть побольше, даже не чуть-чуть, 188 грамм, значит я мел добавлю еще побольше. Так, это мне уже не нужно. И мел я добавила 209 грамм. Теперь это все мы перемешиваем. Ну вот и все, готово.